как выглядят дети Анны Курниковой от Энрике Иглесиаса. В феврале старшим детям Энрике и Анны исполнилось 6 лет. Эта пара считается одной из самых загадочных в мире шоу-бизнеса. В соцсетях певца можно найти множество фотографий и видео с концертов и гастролей. А в блоге Курниковой практически ничего нет. Правда, примерно раз в полгода она делится свежими фотографиями своих детей. Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа «Escape», где Курникова сыграла главную роль. Их роман вызывает интерес поклонников, поскольку до сих пор достоверно неизвестно, женаты они или нет. В 2017 году они стали родителями в первый раз, когда у них родился сын Николас и дочь Люси. В третий раз они стали родителями в январе 2020 года, но об этом объявили только 13 февраля, накануне Дня Святого Валентина. За многие годы их романа на безымянном пальце Курниковой появлялись разные кольца, напоминающие обручальные. Однако в октябре 2018 года, во время разговора с журналистами, Иглесиас назвал Курникову не просто девушкой, а уже женой.